В минувшие выходные, окончательно разочарованная результатами очередной подтяжки груди от Хайдарова, Слава решила поведать всему честному народу о том, что популярнейший хирург, по ее мнению, не так уж и хорош. Исполнительница рассказала, что ее разрезали и зашили неправильно, что якобы было ясно еще после операции, и со временем ситуация только ухудшилась. В доказательство Слава обнародовала жуткие кадры изувеченной груди. Доктор молчать не стал и заявил, что звездная пациентка сама виновата, не соблюдала рекомендаций по восстановлению. К тому же, руками, ногами и животом знаменитость осталась довольна, подкачала только грудь, что, по мнению медика, полный абсурд. Тут же заступиться за врача решил известнейший его клиент Филипп Киркоров. Поп-король недавно кардинально преобразился. При помощи Хайдарова он помолодел лет на 30 и заполучил точеную, подтянутую фигуру. Полученным результатом Филипп Бедросович остался доволен, а вот Славу призвал одуматься и не пиариться на сиськах-письках. Не понравилось, верни, давно ли настоящие медицинские претензии люди готовы придавать огласке. За последнее время Тимур Хайдаров стал суперзвездой пластической хирургии. А суперзвезды очень многих коллег раздражают. «Уж поверьте мне», — заявил Киркоров, намекнув, что Слава решила сэкономить, не соблюдала рекомендаций по восстановлению и злоупотребляла алкоголем. Стерпеть такого артистка не смогла. Она решила обратиться к Филиппу Бедросовичу публично, как это сделал он. Артистка призналась, что уважает Примадонну и как профессионала, и как человека, но поливать себя грязью, причем лгать при этом, не позволит. И Киркорову, и тем, кто последует его примеру, Слава пригрозила полным разоблачением. «Эта тема меня окончательно достала. Если кто-нибудь из популярных людей будет писать про меня неправду, чтобы оправдать своего друга, я напишу правду про всех людей, особенно звезд. Что они делают за закрытыми дверьми, куда они ходят? Давайте-ка мы просто не будем говорить неправду», — заявила звезда в личном микроблоге. При этом Слава заверила, что все указания доктора соблюдала и даже молча выжидала время, чтобы швы стали выглядеть приличнее, но изменений не увидела. К тому же экономить она вовсе не собиралась. По словам звезды, пластический хирург предложил ей скидку в 30%, а через месяц после операции попросил по дружбе выступить на празднике своей жены, за что не заплатил гонорар в 1,5 миллиона. «Вот тогда я свою скидочку и отработала», — заявила певица.